Всем привет, с вами Дагуд, это Destiny 2, это бета-версия для PC. Я только что ее запустил, не имею ни малейшего представления, что меня ждет. Если честно, я в принципе не особо играл в подобные игры до того, как первую часть не видел, Да, вот так вот. Ну, в принципе, столько шума было вокруг этой игры, что мне даже самому стало интересно. Вот я решил, что все-таки поучаствую, погляну одним глазком. Ну, будет понятно, насколько мне стоит ждать, когда же наступит тот октябрь, наконец-то, релиз игры. Поехали! Посмотрим. Как-то долго прогружается, я бы сказал бы. Я так понимаю, это бета, соответственно, контент не полный. Я стрел для консолей чуть больше 30 гигабайт. Весит должна игра на релизе. Бетка на компьютере весит меньше 15. 14,8 или что-то типа того. Ну вот непонятно. Как-то долговато для такого маленького объема. Так, тут предлагают выбрать класс. Опять же, ничего за эти игры не знаю. За эти классы смотрим. Титан. Disciplined and proud. Titans are capable of both aggressive and assault and stalwart defense. Ну, короче, универсальные пацаны. Окей. Hunter. Agile and daring. Hunters are quick on their feet and quicker on their draw. Ну, типа, быстрые скауты, типа. Я понял. Warlock. Warlocks weaponized the mysterious mysteries of universe to sustain themselves. Девайс DFOS. Ну, это, короче, типа маги дефендеры. Ладно, не знаю. Начну с простого пацана, а там будет видно. Вот. Началось. Ну, картинка вроде так ничего пока. Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set feeds telling us? Да, интересно, чуваки. Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Это точно, что не очень хорошо. Battle stations! Everyone with me, now! Маленький Армагеддон. Ну просто вообще такая армада флотилия, блин. Да? Клево выглядит. Просто пришли всех убивать. И? Ну? Опять, видимо, прогрузка. Непонятно. Ну, в общем, это, видимо, какие-то консольные заморочки. Вообще, я так обратил внимание, что настроек как таковых в игре я не нашел, не видел. Видимо, как бы
портировали, как обычно, с консоли на PC это дело. Да, кстати, графика так чуть попроще стала вроде, не? По крайней мере, елочки не похожи на настоящие были. Repeat, tower approach. This is City Hawk 723. Anyone home? Видимо, никого дома нет. Even the emergency frequencies. What is going on back there? Видимо, все плохо. I told you that you fly too fast. Forget I said that. Fly fast. Когда все плохо, можно и превысить скорость немножко, да? Эх, тут все уже пепелище такое, все горит. Не знаю, этот вот шар, это, видимо, спутник так близко, астероид какой-то, ну, блин, как-то близенько, страшно. Как он не падает непонятно на землю. Что за планета? Хоть рассказали бы для таких вот чудиков типа меня, которые не знают, что делать. New mission. We need to find Zavala, Ikora, and Cade. Так, окей. Ну, ничего так, графони, ничего так нравится мне. New objective. Ну, а что делать? Defend your home. Tower shelter Abrigodatore. Так, прицел. Включение пушек, как обычно. Еще один прицел. Еще один прицел. Окей, начнем с базовой пушки. Так, управление, похоже, стандартное. Так, ну ладно. Будем пробовать все опытным путем. Я думаю, патроны, наверное, роскошь, и придется их экономить. Наверное, не знаю, опять же. Поглядим. Разбитый экран планшета какого-то. Фонарика у меня нет? Нет, видимо. Опа. Видимо, какой-то где-то движ. This doesn't make sense. The Cabal conquer systems by blowing up planets. Whatever they want, it must be here, in the last city. Так, я только что взял каких-то ресов, ну, в смысле, патронов. Так, перезаряжаться, видимо, не надо. А где мое ХП? Вот это вот влезу, влево внизу, что ли? Меня же теоретически здесь-то и убить могут. Наверное. Нет, ничего. Ну, горит так эпичненько, что сказать, да? Клево. О, труп. Ну и ноги, я могу на себя посмотреть немножко. Ну ладно, поскакали, поглядим. Ага, перезаряться все-таки надо. Окей. Но эти прицели консольные, ну просто ужас. Не, я, конечно, далеко не снайпер уже давно. Но, блин. Civilians, report to evac points. Guardians, rendezvous in the plaza. Our city will not fall. Так, здесь у меня закончилось все. В общем, видимо, эту надо пушку пока пробовать. Музычка такая атмосферненькая. А. Шикардос. Кто где спрыгнет на меня, не? Иди сюда, чувак. Я готов тебя завалить. Ты что, один был? Ну, блин, ты что, ни одного? Здорово. Я хочу зайти сюда, ну. New objective. Что делать? Фант завала. Ну, найдем завалу, если. Так, а следы, интересно, остаются на поверхности?
Да. Да. Ну это ужас, ну просто размер прицела, ребята, ну блин. Знаю, после этого консольщики мне что-то рассказывают, как это круто, классно и какие мы дебилы, играющие на, блин, компьютере. Не, это... Ладно, окей, поехали. Поехали искать, что здесь, где тут ничего? Не. Залутить ничего нельзя. О, мой брат, видимо, остался тут. Один-одинешенек. Чуваки, привет! Давай, давай, ты мечик у тебя такой. Матерый. Судя по всему, классика жанра, мне предстоит быть главным эпичным сражателем. Можно поднять, да? Оружие, ты заметишь что-то? Свет бизнес, кинетик вепон. Окей. Acquired new weapon. F1 to open character menu and equip the weapon. Нажмем F1. О, о, вот это я хоть что-то погляжу. Так, настройки. Настройки. Я не знаю, что, где и как. Видимо, они все-таки есть, мне не показалось. В меню. Видео. Картинка у меня типа хорошая. Adjust brightness. Все как-то слабенько. Наверное, типа получше можно поставить, нет? Ambient. Так, quality highest. Shadows highest. Так, 3D. Apply. Да ну вообще, ну так быстро все оплавится. Controls. С настройками графиками это, видимо, все, да? Так, color mode, language based, понятно, геймплей. Всякая фигня, звук. Ну, вроде здесь все. Так, чар мой. 20 левел, я типа болтной пацан, с 20 левел начинаю сразу. Видимо, это по мотивам предыдущей игры все-таки. Что у меня есть? У меня есть kinetic weapon с nightshade, да. After rifle. Пресеванс. Ретро-футурист. Шотган. Гост. Гост шелл. Ну окей, я как бы... Как бы вроде что-то ж подобрал сейчас, нет? Ну, в общем, вообще непонятно, что и как. Я как бы пока... Toggle subscreen. Окей, ну давай глянем. Ага. Gear state. Over here. Ага, вот я могу типа выбирать разные пушки. Видимо. Sweet business. Как его взять? Взять его вот так. Ну попробуем. Что такое за sweet business? Я могу что-то открыть, наверное, нет? Это, ага, 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 это проход куда мне надо. Почему у меня нет фонарика? Ну, елки-палки, что со времен Half-Life фонарик ввели. Что за дела, ребят? Это же ж не прикольно. Так, 1, 2, 3, это пушки менять. Это мой свит бизнес, видимо, да? Да, видимо, да. Они чем отличаются, видимо? А ну. Ага, у них разные характеристики. Impact, range, stability, handling, reload space, round per minute, magazine.
Типа большой магазин здесь, ну, обойма. Медленно перезаряжается. Неудобный, стабильный, для дальней дистанции, с небольшим повреждением. Да, ух ты, ёлы-палы. Ну тут будут патроны расходиться, я так чувствую, просто килограммами. Придется экономить. Если как койки прыгать, на меня сложнее будет попасть, нет? Как-то такое. Так, хорошо, да, вот что бы не попробовать другие пушки? Вопрос. Так, ну допустим. Допустим, начнем с самой первой, вот. Вот с этой вот. Doesn't compute, которая. Это у нас снайперка, я понял. Классика жанра, с которой типа нужно попасть. Ну попробуем. Кемпер с меня хреновый, предупреждаю сразу. В конце концов, я здесь не для того, чтобы чудеса геймплея показывать. Мне просто интересно было посмотреть на саму игру. Ну и решил поделиться с этим с вами, ребят. Ну, звук вообще мне не нравится. Я боком стал, и у меня с одного только канала, с одного уха слышно, да? Как бы с другого должно хоть чуть-чуть слышно быть в реале. Ну, не натуральный звук, не похож на то, как он должен быть, по идее. Как бы хотелось, чтобы он был. Да пусто, никого нет. Сундучки открывать нельзя, не? А жаль. Вот очень жаль. Ладно, ладно. Даже не побродишь по шхеркам. А куда дальше? Ага. Я, честно сказать, случайно попробовал. Ну, так, на халяву попробовал прыгнуть. Пускают. Опа. Хочу ты раздавать так прикольно. Вообще. Какие-то коробочки, видимо, это разные пушки мои. Ну, клево то, что на самом деле не особо много расходую я патронов и при этом раздаю нормальный дамаг. Бля, только одиночными меня это вполне устраивает. О, у меня фонарик появился. Нифига себе. Я о нем мечтал. Недолго мой фонарик появился. Или мне не дают с ним уйти, видимо, ну. Да. Какая-то фигня, я сказал бы. Забежал, гад, ну. Я ж тебя сейчас тут возьму и схаваю, ну. Просто завалю. Вот первая армия. Ну что сказать, в нормальном бы ортодоксальном шутере, классическом, PC-шном, меня бы уже 20 раз завалили бы. Thank you.
Пробуем что-то другое. Режим штурмовика включен. Просто пришел, всех убил. А видимо верхняя это моя полоска ХП. Да, я теперь понял, где мое ХП, да. Прекрасно. Меня типа даже убивает иногда. Все, пацаны, хана вам. Как-то быстро я отхилился, честно сказать. Так, ну вроде как бы и демаджит мой. Ой, что это было, что я сделал? Какого вида для этого лица? Ну это просто беда. Я тут балуюсь, пытаюсь работать. Так, это я зачарил какую-то сверхспособность свою, видимо. Надо как бы ее использовать в таких вот моментах, когда все не очень хорошо, все плохо. Видимо, здесь фонарик мне дали только потому, что у меня как бы вообще тут света нет. Просто ужас. Так, когда я в своем меню? По идее, меня же убивать не должны-то. Мобилити 2, резистант 10, рекавери. Это хп реген, видимо, это броня. Скорость бега. Average attack and defense. Так, ладно, хорошо. Шоураннер. Поехали с шоураннером. Попробую новую пушку. Так, join завала in the plaza. Ну, поехали в плазу. Поскакали. Почему нельзя аптечку с собой взять, а? Так, видимо, моя способность восстанавливается только когда я демаджу. Energy ammo full. Это, видимо, моя броня, моя ХП. Сюда нельзя. Да ну вообще просто. Видимо, расстрелять их нельзя. Жаль, жаль. Так, у меня здесь как-то патронов много. Надо, наверное, эту пушку поюзать. Так, F1. Здесь их три, да? Две. Это, видимо, базовая. Это, видимо, не базовая. Так, это, видимо, какой-то кемперная хрень опять. А, пистолетик. Понятно. Тут видимо, все, ладно. Ага, еще у каждой пушки свои патроны, видимо. Прикольно. Equip details. Да ну вообще, как это все дрыгается вот в такт. Просто, ну вот. По консольному типа круто. Пробуй эту пушку. Вот что-то мне хочется ее попробовать. Где все? Кого здесь убить надо? Ай, ай, ай! Я не готов был, ребята, вас здесь встретить так быстро. Не, я, конечно, спрашивал, где все. А почему газовые баллоны не взрываются, не? Это же неправильно. Я думал, тебя уже убил, не? Тише будь.
Интересно, гранаты у меня есть какие-то, нет? Привет, Квейк! Это мне пока вообще не попали, или я подобрал хилочку, уже успел? Так, обилочка моя, похоже... Похоже, еще не откатилась, как раз когда она нужна больше всего. Баллоны, блин, с газом. Должны были детонировать круто так. Это что, все? Что за халява, ну? Тише будь, да? Бежит он на меня, понимаешь ли? Супер, чувак. Все. Блатная эпичная музычка закончилась сразу. Глазик летающий, а ты вообще хоть помогаешь мне как-то, нет? Есть граната. Окей. Буква Q. Ей ничего не дает. Ну ладно. Граната просто откатывается со временем. Зачетненько. Она дамажит или там фризит пацанов? Я могу плетать. Нифига себе, как они могу подлетать. Ну, клево. Мне, видимо, вот сюда надо, да, сейчас? Тут что-то есть. Okay, my ghost keeps tagging these cabal as Red Legion. Akora, what do you got? They're elite. Ruthless. And rumor is, they have never known defeat. Until today. Today they face guardians. But Zavala, they're attacking the Traveler. The Traveler waits. We protect our people at any cost. Стандартная эпичная хрень, блин. Бессмысленная и жестокая, и беспощадная. Как-то неужели ничего пооригинальнее выдумать нельзя? Ладно, судя по всему, здесь меня ждут. Беднюля. Ничего от тебя не осталось. Ну, не? Кто-то заботливо для меня туннельчик прорыл. Это что такое? А что это за циферки такие, а? Может, здесь какая-то хрень сейчас покажется. Это, видимо, мои подельники. С кем я типа играть должен? Интересно, я хоть не в онлайне, не? Я... Ай! На тебе гранату, падла.
Дамажу! Дамажу такі. Так, у меня такими домами сейчас патроны закончатся, как-то вообще не айс. Переходим на другой. Это мы вообще бутные. О, на крышу можно залезть. Вообще. Огонь меня дымажит. Да она вообще крутит. Да тише будь, ребята. Что вы тут? Вообще с ума посходили. А давайте-ка я вас послухать попытаюсь, нет? Вас тут много. Меня убили. Меня убили, прикольно. Я взял и резнулся сразу. Да ну вас нафиг, что-то вы какие-то, блин. Неправильные пчелы. Да побежали давай, ну. Круглый щит. Умри. Умри, негодяй. Ship, так, ну что, пойди. Две волны прошли, осталась последняя. Я тоже не понятно, почему не всех сразу своих бойцов не заслали. В этом смысла больше, чем вот так вот вырезать их по чуть-чуть, блин. В общем, я уже знаю, как теперь воскрешаться, если умру. Ну давайте, пацаны. Все на меня, все ко мне. Shuttles is away, but the speaker, he never made it. I'm going to look for him. I've got the plaza. Go with my call. Это не мультиплеер, судя по всему. Это я помню, чудика. Мне надо срочно сбежать, я так понимаю. Почему, если я убираю пушку, она фактически не может перезаряжаться, перезаряжаться? В этом же есть смысл, нет? Видимо, к концу надо сбежать. Leave the plaza and find the speaker. Ну, давайте спикера поищем. А вот это клево. Вот это реально прикольно. Ну, ну блин. Как миленько, блин. Ну класс. Просто класс. Чудик. Чудичек ты наш. Там он make it. Make it. Просто там война идет. Ikora, the speaker is gone. Red Legion, you will take no more from us, and you will find no mercy in me.
Сумасшедшая баба, блин, какая-то. Просто пришла и... Now head to the North Tower. I'm sending Amanda Holiday to pick you up. Что мне кто-то посылайте постоянно? Я только в игру зашел, дайте осмотреться, ну. На тебе гранатку дадим. Эй! Всё. Я подозреваю, если сейчас спрыгну туда, то я буду трупиком. Так, тут что-то готовят, нет? Глазик. Во, лапшу китайскую, нормалек. А что здесь? Да умрите вы, ребят, дайте мне осмотреться. Так, ушел в меню, да? Меня типа не должны дамажить, не должны видеть. Возьму себе. Нет, меня дамажат. То есть на паузу я не ставлюсь. Вообще печалька. Ладно, придется всех убить сначала, потом разбираться, смотреть по сторонам. Где вы прячетесь? О, Борчелло. Офигеть. Или не Борчелло? Вымри, как динозавр. А вот туда на второй этаж подняться можно, нет? А чё нет? Понятно. Просто заборчик, просто стеночка. Опа, и не стало тебя, чувак. Someone told me you need a ride. Да, подожди. Я ж в бар не зашел, ну елы-палы, ребята. Ну, я так хотел вот промочить немножко ротик, горло по случаю истребления такого полчища пацанов. Zavala, picked up that guardian you never shut up about? Get them on that command ship, now! Hold on back there! Ну, как обычно, все эпичненько. Сразу видно, что разработчики потратили какое-то немалое количество денег на игру. Сейчас бегаю, все сделаю. All right, Guardian. Time to kick them where it hurts. Ну,
Ну что-то можно загружать в игре, которая весит 15 гигабайт. Let us know when the shields are down and we'll hit that ship with everything we got. Так, дождик, дождик, так ничего, мне нравится. Ветер в харю, я шпарю. Так, видимо, меня сюда высадили, да? Тут пушечка. А я туда могу попасть, нет? Я как-то по-другому попадаю, видимо, сюда. Отсюда. Не-а. И как? И куда? Ага, видимо, сюда надо. Ай-яй-яй! Я не хочу умирать. Как я вовремя сюда свинтил. Как эта фигня работает? Ну хорошо, да ладно, здесь я, допустим, есть. И что мне делать? А, видимо, отсюда подняться можно. Ну, это печаль. Так, и ладно. Спим, ребята, спим. Просто идем и спим. Где тут? Иди сюда. That hologram could help. Let me take a look. Давай. Что поменялось? Let me at that console. We can find a schematic in there. Download schematics. Да, печалька. Штемп этот мелкий в компьютер спрятался. The shield generator should be at the bottom of the ship. Видимо, уже и пройти можно. Так, осмотримся. Вдруг тут что-то сильно полезное появится, найдется, не? Запасной там противогаз, не знаю. А нельзя взорвать этот вот вылетающий снаряд? Видимо, нет. А зря, а жаль. Так, здесь как бы все плохо. Видимо, в этой пушке надо что-то другое. А, она не другой. У меня есть что-то, да. Видимо, то, что у меня есть, и так самая лучшая пушка. Генератор щита, добраться. Ну, видимо, туда я как доберусь. Флот раздолбает эту посудину. И этим все закончится. Юху! Вот это я понимаю, пуколка. Главное не чехлить, а попадать. Ага, она рейнджем маленьким. Дробовик, понятно. Я ж кемпер, дайте мне вас завалить, пацаны. А ну, вылазьте. А! За подмогой нарисовался. На тебе гранату. Ну тут пожирнее, пацан, явно. Т-34.
Так, ну ладно, можно ж, наверное, замутить свою типа блатную способность. Просто пришел, всех убил. Они как-то дезинтегрировались сразу. King, what's your status? Little low on ammo. All flaming pits. Kept burning out. Anyone heard from Akora? Not since you went for the speaker. Form up! For me! А здесь нельзя пройти, не? Жаль. Ты мне фонарик, я люблю с фонариком ходить, ну. Чтобы я его сам мог вкл-выкл делать. Вот что здесь? Тут пацаны умереть хотят. Да, что-то как-то кемперка вообще печалька. Она раздает. Разве что только по хедшотам. Почему я не могу летать и стрелять из снайперки? Ну это ж, блин. Это было бы реально мега круто, а так. Все, закончились пацаны, не? Опа! Иди сюда. На тебе хедшотик. Это был чистый хедшот, и даже я его не снес сразу, за раз. Да. Интересно, у тебя со временем щит сам пропадает, или как? Я как-то я перезаряжусь по-нормальному. Он меня боится, он меня прячется. Дайте залезть, пацаны. На тебе гранату, только как-то живучий сильно. Сейчас это кореша туда же отправим. Вот ты. Просто беда. Ну что ж ты такой жирный-то, ну? А, я сам отхиливаюсь. Ну, вообще пипец. Стандартная консольная бредятина. Автоматический отхил ХП. Чё так далеко припрятаться, а? Ближе мог бы. Ты
Здорово, чувак, я пришел тебя убивать. Опа, и не стало тебя. Кстати, постоять в ширке. И у меня начинается зарядка щитов. Да. Перим попробуем. Где там второй чувак? Иди сюда. Так, ладно. Кемперка что-то мне вообще не радует. Вообще никак. Видимо, надо дымалищую пушечку брать. Иди сюда, я тебя сейчас размолачивать буду. Все, нормуль. Интересно, а музычка не эпичная такая, попроще. Может у них бывает, вообще нет? То не иначе, как каждые буквально 10 секунд я спасаю какой-то очередной мирок. И вот немерено просто круто все сделано так. О! Еще пацанчики, идите сюда. Ну, прикольно. Один другого завалил и как бы все. Вниз надо или как? Можно на второй этаж подняться? Нет. Может, это здесь как раз генератор щитов есть? Ну, straight ahead, значит, straight ahead. Пошли за go ahead, значит. Естественно, тут просто пацан сидел и ждал, когда же я выползу. Вместо того, чтобы выйти саму и прикончить меня. Найти гранату. Я прицелиться с этим огромным прицелом не могу, но это просто беда. Кто, наверное, небось еще скажет, что нужно в эту игру играть обязательно с геймпада, ага. На тебе вплотную, чувак. Так, может на тебя троечку кинуть? На, вот. Даже попасть не может.
Вот и все. Блатные пацаны закончились. Ну, как в лучших фильмах научной фантастики, это похоже генератор щита. All right. Destroy the turbines. The shield should fizzle. Так, выхлопные турбины. Три штуки необходимо положить. Что такое выхлопные турбины? Это, видимо, одна вот эта вот штукенция. И как? И что делать? Так, видимо, brute force не работает. Кнопочки нажимать не надо. Да, хочу. Видимо, мне вот сюда надо, да? Я даже какой-то демедж наношу. Yes, just like that. Печалька. Просто пару выстрелов, и я сразу стал типа... Ну, естественно, я не сомневался, что мне здесь размолотит. Но в этой игре несложно зареспауниться. Очень несложно зареспауниться. Так, здесь я уже был. Сверху стрелять можно? Нет. Видимо, нельзя. Heat levels rising. It's working. Ну вообще. Самое главное, я тут уничтожаю казенное имущество, и никто не нарисовался мне помочь помешать. Ну как эта фигня работает? Ну. Пожалуйста. Пришел. Здесь эти можно проверить, сколько какой дэмэдж наносится. Забала, we did. The shields are down. Забала? Савала даун, похоже, тоже то же самое, как и. Видимо, саму придется уничтожать эту посудину. Amanda, we're headed topside. Сразу пожарчик начался. Amanda. No one. И что? И все. Мы сейчас просто в космос сиганем. How do we come back from this? You don't. Блатные пацаны нарисовались. Without light. Видимо, это генератор был какой-то. Guardian. Something's
at me. Да сейчас. Не смотреть на тебя. Размечтался. You are weak. Undisciplined. Cowering behind walls. You're not brave. Ну вот опять же, зачем со мной разговаривать? Я бы на его месте прикусил бы сразу, да и все. А то еще вдруг восстану и огрызнусь. Your kind never deserve the power you were given. I am Gorm. And your light is mine. Все. Вот так вот пафосно сбросил. Нет, чтобы раздавить там, не? Вот так вот выглядела Destiny 2. Красивая. С какими-то, наверное, некоторыми интересными приколами. Но при этом со стандартными консольными заморочками, которые меня сильно расстраивают. Скажу честно. Open Director. Two friends online, invite friends, menu, games option. В общем, будем смотреть, разбираться и как бы... Возможно, играть дальше, не знаю. Я пока... Не думал насчет. С вами был Дагод, всем удачи, всем пока.